Всем здорово, с вами Старпер, и я решил не фармить ману, чтобы улучшить лучше самый меч в игре, а сразу отправиться за ключами, которые нужны, чтобы открыть дверь в еще один данж. Я покурил немножко гайдов, признаюсь, и мне даже совсем не стыдно, и теперь я знаю, что нужно делать. Так, отправляемся мы для начала в тронный зал. После, помните, я спас девочку, которую хотел задрать медведь, и она ускакала на кабане. Интересно то, что эта девочка после этого спасения открывается возможность убить еще нескольких боссов и получить 3 ключа, которые мне нужны. Как я должен был до этого догадаться? Я, если честно, не очень представляю, то есть, наверное, это как-то случайно должно было произойти. Вот, собственно, это мелкая. Пожалуйста, помогите, помогите, оно приближается. Ха-ха-ха-ха, ну здесь я превращу тебя в пепел. Этих боссов вы могли уже видеть в данже, где я получал меч. И, в общем, они совсем не сложные. И, наверное, я бы даже мог его ваншотнуть моим суперударом. Неожиданно, но от этого ты не убежишь, ты никогда не будешь свободна. Так, первый ключ червонный. Отправляемся за следующим. Еще, наверное, предполагалось, что я буду бегать по всем локациям в игре, случайно наткнусь на вот эту девочку и так далее, но лучше покурить формы. Тем более уже кто-то же побегал, правильно? Правильно. Да и подход вот этот, вот вы будете бегать, короче, случайно и случайно наткнетесь, ну, блин, мне он не нравится. Держись от меня подальше, иначе, клянусь, иначе... ты хочешь получить ключ? Ну, тогда тебе придется убить меня. Здорово. Ну, не ваншотнул, но почти. Получи свою награду, странница. Надеюсь, мы увидимся снова. Обязательно увидимся когда-нибудь. Блин, может как-то нам настакать ярость? А хотя зачем? У меня же есть совершенно расчудесные бутылочки для этих целей. Так, а где... Ага. И деревня Блюрил. Последняя. Точка в моем маршруте. Здесь я получу 3-й ключ. Кстати, чувак, а ты еще даешь? Не даешь. Жалко. Так, а куда? Куда? А, направо. Так, а вот и последний чувак. Ненавижу, я ненавижу тебя, ненавижу, я покажу тебе, как я тебя ненавижу. Вот же сволочь. А вот тут отшот-ваншот. Хоть ты и кажешься обычной, ты мало чем отличаешься от демона, которым движет жадность. Ты ничем не отличаешься от меня. Нет, ничем. Но мы еще встретимся, подруга. Вы нашли алмазный ключ. Все, возвращаемся на телепорт, на Стеллу. И сейчас полетим открывать двери. Так я и не выяснил, кстати... какой метод передвижения самый быстрый. Все собирался чуть ли не с самого первого выпуска, но не стал я это делать. Заленился, признаюсь честно. Так, мне налево или направо? Вот в чем вопрос.
налево. И более того, у меня на самый верх. Да, все верно, сюда. К слову, как оказалось, чтобы получить настоящую концовку в игре, обязательно нужно пройти вот это вот место. Потому что если бы я сразу пошел к боссу и, ну, прошел последний сегмент игры, не пройдя вот это, то я бы получил не настоящую концовку. Так что очень даже здорово, что я решил сначала заняться всем этим. И только потом проходить игру, продолжать. Что меня здесь ждет, я не знаю. Я только покурил подавитель какой-то. Я только узнал, как попасть сюда, что меня ожидает и чем я тут буду заниматься, я не выяснял. Так что это тоже для меня будет сюрпризом. Еще я, кстати, выяснил, сколько нужно маны, чтобы качать меч. Ее нужно всего 120 тысяч. И это пипец как до хрена. Ну, на мой взгляд. Так, еще одна большая лока, черт ее подери. Ну и, конечно же, начались тормозяки. Пофиг. Фишка в том, что, как оказалось, самая лучшая все равно экипировка не лежит в этих сундуках. Поэтому пофигу. Можно их ломать и не запариваться. Какая-то крутая крыса попалась. К слову об оружии. Так. Вот эту мы сломаем. Получим 1237 маны. Подавитель отправится туда же. За 50 маны. Небогато. И все еще не хватает на следующее улучшение. Ну ладно. Так. А налево или направо? А, ну доспех. Кстати, нет, почему же нет? Тоже ломаем 100 маны. Копейка рубль бережет, как известно. Так, проход вниз. Но я пойду тогда налево сначала схожу, потому что там с высокой вероятностью, ну, мало места для большой локации. Вот, все-таки есть проход наверх. А, ну, видите, нормально, нормально, нормально. Так, и что здесь? Ничего, что ли? Ну, не зря пришел. Ну или здесь как-то можно подняться выше, но я так и не понял, как это делать, к сожалению. Может, какая-нибудь шмотка есть, которая позволяет мне выше прыгать? Способности я вроде просматривал. Хочу. Постоянный РП плюс 1, лаг плюс 5. А что лаг дает? Так, и дальше еще можно качать. Что дает лаг? У меня лаг 21.
хрен его знает, что дает, но я только что слил всю ману. Не знаю, насколько дальновидно это было. Что-то мне подсказывает, что не очень. Ай, блин. Слаймы еще падают сверху без конца. Причем дроп из них полное говно. Медные ванночки, кубки какие-то, ну шляпа же. Так, смотрим, куда из этой локации можно отправиться. Только сюда. И здесь у нас сейф. Сохранимся, почему нет? Чую, сейчас будет замес. Человек, предательство, смерть, ненависть. Мать-медведица? Непростительно, люди должны умереть. Великая мать-медведица, это место не пощадило ее. Умри! Прости, мать-медведица, но меня уже ничто не остановит. Минус полоска сразу почти. Чё-то, мать-медведица, ты какая-то не очень. Ни хрена ты выдаешь. Ладно, умри уже, спасибо. Получено достижение падший бог. Падший бог. Вивен. Ах, семя. Мать медведица, я чувствую жизнь, исходящую из него. Может ли быть этот подарок семенем жизни? Чтобы дерево было крепким, его семя должно прорасти в вольной земле. Теперь оно намного спокойнее. Когда новое семя упадет на землю, дерево, мать семени, будет сохнуть и умрет. Когда новое семя упадет на землю, дерево, мать семени, будет сохнуть и умрет. Мать-медведица. Высохшее дерево сгниет и поможет зарождению новой жизни. И правда, великий дух, мать-медведица. Странница, я в вечном долгу перед тобой. Странница, она видит мою душу. Не бойся своей судьбы, я благословляю тебя. Пожалуйста, возьми вот это. Возьми все с собой, запомни мои слова и ничего не бойся. Спасибо, мать-медведица, теперь я ничего не боюсь. Прощай, странница. До свидания, мать-медведица. Какой-то максимально неловкий и странный диалог, если честно, только что мы пронаблюдали. И вот теперь у меня возникает вопрос, а стоит ли мне в принципе париться, качать шмот? Я так подумал, что ачивки я все выбивать все равно не очень хочу, наверное. Ну, или во всяком случае, это явно не под запись делать. Ну, потому что, наверное, я так подозреваю, вам не очень интересно все, что связано с ачивхантером. Может просто пойти и навалять последнему боссу? Я думаю, у меня получится. Ну, наверное. Пожалуй, так и поступлю, да. В общем, идем убивать последнего босса, ребят.
Я так подозреваю, это будет либо Магнус, либо это будет Хомборн. Так, как наверх подняться-то? А, ну все правильно, через вот эту локу, понял? Так, и налево, и направо. Стена начал. Сохраняемся и пойдемте. Все дрожит, нам надо спешить. Мне нехорошо. Ритуал не должен прерываться. Я не пощажу тебя, даже несмотря на то, что у тебя в заложниках моя сестра. Ты все еще несовершенный кандидат. Ты не переживешь нашей встречи, проклятый демон. Что это было? Что за анимешные вставки? И чё? Ой! Куда ты делась? Ага. Зарядить мне ярость решила? Ну давай. Боюсь, боюсь, боюсь. Так, и что теперь? Эта хрень меня замедляет просто. Ну давай, пару ударов. До свидания. Восстань, жница душ. Твоя миссия не завершена. Ух, что я... Моя голова. Валерий, сестренка, ты узнала меня? Ты... Кто ты? Откуда ты знаешь мое имя? Валерий, это я, Вивиан, твоя сестра. Бесполезно, она всего лишь пустая оболочка. Я не смогу возродиться в ней. Магнус, у меня есть миссия. О, симпатичная девчонка, кстати. А вот уже нет. Что, только одна полоска, что ли? Фигня какая-то. Не верю. Наверное, это только первая форма. Или типа того. Получено достижение в Валерии. Так-так. Ты могучий соперник. Но у тебя ничего не получится. Ха-ха-ха. Магнус, что ты задумал? Вивиан. Где ты? Я здесь, Валерия. Теперь у этого демона ничего не выйдет. Вивиан, ты так повзрослела. Валерия, я так счастлива, что увидела тебя в последний раз. Валерия, нет, не бросай меня. Меня давно уже нет в живых, Вивиан. Но ты жива, и ты победишь. Нет, не надо. Сделай то, что должна. Валерия! Ее больше нет. Магнус, Холборн, вы заплатите за все. Супремум моментум. Холборн. Мадам Холборн, что вы делаете? Игнис инферналис. Что я делаю?
Я разрушаю стену начала, Кэмден. Я выпущу Магнуса и поглощу его силу. Не делайте этого, он завладеет вами. Ты вконец обезумела. Хранительница Ром, есть магическая печать, предназначенная для этой темной души, но... Мне не нужна такая сила, моей силы вполне достаточно. Я поглощу душу Магнуса просто потому, что я величайший из магов. Винсент, жалкий червяк, связал частички своей души с моей при помощи этих глизийцев. Жалкая попытка. Магнус, повинуйся кольцу. Я твоя новая повелительница. Приказываю войти в меня. Какая огромная энергетическая мощь. Ха-ха-ха, я сделала это. Мадам, вы не сможете контролировать эту силу. Кэмден, иди ко мне, стань частью меня. Мадам. Хоуборн, вопросительный знак, она ли это? Ты восхищаешься мной, не так ли? Ты ищешь моего признания, и теперь у тебя оно есть. Мы станем единым целым, как душой, так и плотью. Мадам Хоуборн, нет, мне ничего не нужно от вас. Теперь, когда я все понял. Понял? Что ты вообще мог понять, Кэмден? Я не вы. Ваши мысли и цели, они не мои. Я Кэмден, и я принадлежу себе. Берегись. Тех, кто не присоединится ко мне, ожидает смерть. Ох! Кэмден, ты жив? Хоуборн, Магнус... Вместе вы или порознь, я уничтожу вас обоих. Ха, к черту Магнуса! Я просто поглотила его. Теперь я бог. Хоуборн твой бог. Да ты всего лишь мелкий воришка. Как ты смеешь? Я заслужила эту власть. Богиня Хоуборн тебя накажет. Так, ну что? Не доважится. Что, сначала тентакль с глазами поубивать, что ли? Ну, это я могу. Блин, глазик увернулся. Ладно, поубиваем пока вот этот. О, ни хрена себе, выглядит страшно. Мне что-то подсказывает, кажется, что сейчас я убью эти глаза. С тентаклями. И можно будет... на протяжении какого-то времени колотить Хоуборн, да. Так и есть. И... ну, ясно. Короче, это что-то типа конъюнктивиуса из Dead Cells. Похожая механика. Даже тентакли на месте. Так, не буду я... А ну хотя... Почему не буду? Буду. Что это у меня? Как... Что это было? Блин, что-то я только что наделал какой-то херни, ребят. Так. Вот и все. Получено достижение, у меня все записано. Я бог. Этот сосуд не отвечает моим требованиям. Чего и следовало ожидать. Магнус? Поздравляю, ты доказала, что ты более перспективный сосуд. Замечательно. Что ты задумал? Использовать мое тело для перерождения я не позволю. Нет, о таком я даже мечтать не мог. Нет, я планирую наделить тебя великой силой. Какой уже наделил Хоуборн, я так не думаю.
Нет, не как эту дуру. Твоя душа будет полностью стерта, от тебя ничего не останется. Я никогда не сдамся. Конечно, сдашься. Никто не смеет трогать мою сестру. Валерий? Вивиан, будь сильной и живи. Отец положил конец связи нашей семьи с демонами. Ты должна жить дальше. Но я не хочу оставаться одна, Валерий. Я больше не хочу так жить. Мне только вашей жалкой семейной драмы не хватало. Осколок Винсента. Я больше ничего не хочу. Я просто хочу быть с тобой. С меня хватит этой жизни. Вивиан! Когда же ты повзрослеешь? Сейчас не время для эмоций, время действовать. Ты действительно думаешь, что это остановит меня? Живи, стань творцом своей собственной жизни. Ты станешь моим новым сосудом. Есть люди, которые надеются на тебя. Ха-ха, так мало осталось сил. И ты научишься полагаться на себя. Нет, ты умрешь здесь, ты воссоединишься со своими предками, и я уничтожу всех вас. Я не смогу его долго сдерживать, сестра. Забирай мальчика и уходи. Прощай, Вивиан. Валерия, тебе не сбежать. Твое тело будет моим. Беги, живи. Я приду за тобой. Неважно, куда ты пойдешь, я все равно найду тебя. Мадам! Прощай, Валерия. Прощай, отец. Уходи сейчас же. Что с мадам? Холборн получила по заслугам. Она была уничтожена душой Магнуса. Если это поможет тебе, то представь, что я убила ее. Я, например, так и думаю. Нет, я помню, она пыталась поглотить меня. Оставь это на потом. Мы должны выбраться отсюда. Хорошо. Око тьмы, ты не сбежишь от меня. Черт, оно преследует нас. Что это? Зло. Чистое зло. На колени. Отпусти меня, Валерий. Теперь мы в безопасности. Пока. Вот, возьми это. Что ты делаешь? Магнус преследует меня. Валерий не сможет сдерживать его вечно, а до портала слишком далеко. Мы не можем поступить так. Ты не можешь. Магнус не должен победить. У нас нет другого выхода. Нет, ни за что. Ты хочешь, чтобы мы оба погибли здесь, и демон вырвался из пустоты? Пожалуйста, пожалуйста. Это единственное, что мы можем сделать. Нет, нет. У тебя была тяжелая жизнь, Вивен. Ты заслужила счастье. Ты заслужила жизнь. Просто выживи. Обещай мне. Спасибо тебе, Кэмдон. Я сделаю все, что смогу. Теперь иди, увидимся на другой стороне. Я ведь хранительница рун, верно? Верно. Из тебя выйдет великий лечащий маг, парень. Будешь спасать жизни, видеть, как здорово и счастливо живут люди. Пора. Прощай, Вивиан. Увидимся на той стороне. Прости, Кэмдон, я солгала тебе. Я не знаю, что делать дальше. Я не могу позволить Магнусу получить меня, неважно как. Я сама покончу со всем этим. Вивиан, пора обедать. Скорее. Ну уже, Вивиан. Вивиан, ты должна быть проголодалась. Я уже пообедала. Ты слишком долго играешься. Нельзя есть холодную пищу, Вивиан. Постарайся больше не опаздывать. Да, сэр. Это мое любимое блюдо. Добавки хочешь? Получено достижение семьи жизни. И что, это конец? Это конец. И это настоящая концовка. И, если честно, она что-то как-то не очень. Мне не понравилась концовка. Дело в том, что она не закончена. Тут открытый финал. Магнус не побежден. Ну, или, возможно, Вивиан погибла, и перед тем, как Магнус ее стер, вот она проглючила воспоминанием о детстве. Ну, вот такое есть объяснение. Либо она просто вспомнила
детства и пошла драться с Магнусом. Даже не знаю, что из этого правда и что из этого вероятнее всего. Но не удивлюсь, если рано или поздно появится Вагран 2, потому что концовка явно неоднозначная. Ладненько. Ачивки, посмотрим, сколько их осталось. Если не очень много, то я, наверное, добью их до конца, но уже без записи. И, в принципе, наверное, больше нечего говорить. Игра норм, играть интересно, кнопки машить интересно, сюжет интересный. Опачки, подождите-ка. Что это? Ты действительно хочешь, чтобы твое путешествие закончилось, так, Вивен? Этот сон, он был так прекрасен. Это то, что ты искала? Да, но это всегда было со мной. Мне не нужно ничего искать. В самом деле? Что это? Бога тьмы. Что? Нет! Выброси это! Нет! Благословение матери-медведицы? Спасибо! Я буду жить, Магнус, и я увижу, как ты будешь вечно гнить в пустоте. Нет! Не могу поверить, что это спасло меня. Семя сломано, высохло изнутри. Ты использовала всю свою жизненную силу, чтобы я смогла выжить. Надежда остается всегда. Я посажу это семя в почву и буду за ним ухаживать. Надо жить, несмотря ни на что. Давайте сохраним. А, новая игра плюс. Уровни сложности. Все понятно. В общем, я так подозреваю, что если бы я не залутал семя жизни, то мне бы сказали что-нибудь из разряда, ну, типа, все, конец. До свидос. Ну, а так получается, что я типа, выжил. Все это был сон. Ну, даже хз. Удовлетворяет ли меня это, я, если честно, не очень понимаю. Ну, все равно концовка, по-моему, так себе. И что с Магнусом произошло, тоже все равно ничего не понятно. И, в принципе, когда меня прервали на полуслове, внезапно начавшись этой концовкой дополнительной, я говорил о том, что я не удивлюсь, что появится Вагран 2. И, в общем, ничего не изменилось. Крайне странный все равно финал. Ну, ладно. На этом я заканчиваю. С вами был Старпёр. Спасибо, что были со мной во время этого всего приключения. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал. Увидимся уже скоро. Кстати, да, забыл сказать. У меня сейчас выбор. Тут вышел Darksiders 3. У меня есть первые две части, которые я когда-то проходил. Точнее, первую я когда-то играл очень давно, но так и не прошел. Вторая, я не знаю, вообще, по-моему, там минут 20 я в нее покатал и что-то тоже не прошел. Причем, ну, вроде мне когда же все нравилось. Не знаю, почему я в них не проходил до конца. И я вот думаю, может быть, пройти первые две, купить Darksiders и, получается, закрыть всю серию, трилогию под запись. Ну, подумаю я над этим. И нужно уже возвращаться к прохождению хронологическому Resident Evil. И у меня осталась только 7-я часть. И после этого можно будет ждать 29-го, по-моему, января, когда можно уже будет скачать мою предзаказанную версию Resident ремейка 2. Скорее бы. Прям уже жду не дождусь. Ладненько, на этом все. Я на самом деле заканчиваю. Спасибо,
что досмотрели до конца, спасибо, что дослушали, спасибо, что присутствовали во время моего приключения, нашего, точнее говоря. Увидимся в следующий раз. Всем счастливо!